Это худший день рождения Фиксая. Я надеялся, что как в прошлом году друзья не забудут про мой день рождения. Но все оказалось иначе. Они забыли! Я пытался напомнить им весь день, но все было безуспешно. Но в итоге произошло то, чего я точно не мог ожидать. Обязательно смотрите этот ролик до конца. Сегодня 12 сентября, и это по-настоящему мой день рождения. И самым главным подарком от вас будет просто лайк на это видео. Мне будет безумно приятно. Спасибо вам огромное, и спасибо вам за все ваши поздравления. Ну, и в целом можете на канал подписаться, если до сих пор не подписаны. Ну, а я вам желаю приятного просмотра. Всем печенек. Господи, я не проспал! Я не проспал, нет, все хорошо! Какое же число, какое число? А, 11-е. Фух, слава богу! Я уже так испугался, что я проспал свой же день рождения! На часах сейчас 7 утра! У-ху! Целый день впереди! А значит, что у моих друзей будет куча времени, чтобы подготовить мне подарки! Но у меня есть одна небольшая проблемка. Я думаю, что мои друзья забыли про мой день рождения, потому что, если вы помните, в прошлом году они забыли про него. Но в целом они забыли специально для того, чтобы подготовить мне сюрприз. Но в этот раз я должен разузнать, какой сюрприз они мне готовят. Или вообще, готовят ли они мне его? А то я боюсь, что получится как в прошлый раз. Я расстроюсь, а потом будет от них сюрприз, и эмоции уже не те будут. Так, с кому бы первым пойти? Кто, как всегда, ничем не занимается? Конечно же, Март. Кто еще? Март, по идее, живет в этом доме. Анализ породы. А, стоп, кто там? Довольно крепко. Бур не берет. Пули тоже. Интересно, чем там добит занимается? Взорвать, что ли? Так, сейчас подкрадемся к нему. Нет, это слишком важная порода. Добит, привет! Я Фиксай, ты что тут делаешь? Вообще, знаешь, Фиксай, слушай, уйди сюда, это знаешь, это очень важный для меня объект, который никто не должен знать. Вот тут у нас, значит, цветочки расположены, понимаешь? Тут ничего нет, уйди отсюда. А чё ты такой злой-то? Да я не злой, это бизнес, мы делаем деньги, понимаешь? Я все понял, это ты мне готовишь, да, какой-то подарок, наверное? Да какой подарок, у меня единственное, что, не знаю, для тебя есть, так это... Тинти-с так. Какой тинти? Не надо мне тинти. Да могу, если хочешь поставить его даже. Да ладно тебе, ну не прикалывайся. Я понял, что ты готовишь мне подарок, а что? Я преждевременно увидел его. Это не тебе, понимаешь? В смысле не, не мне? Тебе. Нет, другие планы. Как это другие? Завтра. Подожди. Ты разве не знаешь, что завтра за день? Нет, не 10-е. А какой день завтра? Точно, завтра 1 сентября. С днем знаний. Так, подожди, какое 1 сентября? А тебе число 12 ни о чем не говорит? 12? 12 часов, 12 пм, ам, ну, типа, в Америке 12, типа, по 12 часов, понимаешь, там? Понятно, добит, понятно. Ладно, давай, удачи тебе, всего хорошего, продолжай там. Всего хорошего, иди там, не смотри сюда, это мое. Капец, я в шоке, неужели он забыл про мой день рождения? Я думал, что это он мне подарок какой-то готовит, но, судя по нему, он вообще не знает, что у меня за день рождения. Так, ладно, это добит, в принципе, с ним все понятно. Может быть, ну, Марта точно должен знать. Март, открывай, я пришел. Ну же, Март, открывай, я пришел. Это я, Фиксай. Я к тебе в гости. Че, он спит, что ли, я не понимаю. Ну да, понятно, дрыхнет. Что бы сделать такого? Может быть, стекло ему разбить, чтобы он проснулся? А ну-ка. Ноль реакции. Так, ладно. Может быть, я не знаю, что еще сделать. Может быть, овечку ударить? Тоже ноль реакции. Он там живой вообще? Ладно, другого выхода нету. Я должен узнать. Так. Я придумал как раз. О, привет, Март. Ты чё меня будешь? А чё ты спишь это? Уже 8 утра, а ты спишь до сих пор. Да хочу и сплю. Да почему вы все такие злые сегодня? Я не понимаю. Да ладно, извини, все, больше не буду. А чё пришел-то? Да я хотел узнать, как у тебя дела, чё делаешь, чем занимаешься. Ну, как ты видел, я спал. Круто. А я вот не сплю, готовлюсь к завтрашнему дню. Ты тоже? Точно! Спасибо, что запомнил! Завтра же день заглядывания в окна и день танкиста! Ура! Боже, Фикса, я так тебе благодарен! Да завтра ладно. Буду заглядывать за Шуни, блин. Спасибо. Ну ладно. Да, тогда удачи. Я Шуни ничего говорить не буду. Да, спасибо огромное. Все, давай, пока. Пока, Март, пока. Удачи. Да. Окна почини, хорошо? А там какой-то этот малыш пробегал, камень кинул. Пока. У няшки даже спрашивать не буду. А вот Шуня. Вот у Шуни можно спросить, почему бы и нет? Что? Чё? Нет! Ай! Ай! Ай-яй-яй! Какая боль! Почему? Тихо!
вылезти, вылезти! О боже, да что ж за день-то такой сегодня? Все какие-то злые, еще и башня эта! Ай-яй-яй, вроде с тобой все в порядке. Ты в порядке? Нет, я не в порядке, Боди, да ты сделал! Да нет, Нешка просил починить эту башню, там что-то с фундаментом было. Я что, тебе на столе какого-то похож? Да что ж с вами такое сегодня? Ты бы хотя бы извинился за то, что я себя чуть не угробил тут! А, ладно, короче, я это тебе приглашение на свадьбу даю, и мне надо бежать, давай, пока. Бодя... А когда свадьба? Завтра. В смысле завтра? Завтра ж другое! Он серьезно? Какая еще свадьба? С кем он, во-первых, женится, а во-вторых, почему завтра? Завтра же мой день! Так, ладно, вот Шуня, она точно, вот она... Шуня, у тебя дверь была открыта, привет! А, тихо, отвернись, ладно, отвернулся. Не смотри. Че, ты вроде одета, все хорошо. А ты чего пришел-то, это, Фиксай, привет. Привет, я пожаловаться пришел вообще. Ну ладно, повернись. Так. Не смотри только. Да, куда не смотреть? Я не понимаю, тут вокруг куча всего. Никуда не смотри. Тихо, никуда не смотри. Ладно, пожалуйста, все, я буду смотреть в стенку, хорошо. Хорошо, да будь хорошо, твоя давай. Воля. Давай поговорим, что случилось, Фиксай? Это какой-то ужас. Я сегодня просыпаюсь с хорошим настроением, думаю, друзья мои тоже будут с хорошим настроением. Иду к ним, спрашиваю Добита. Добит какой-то злой, прогоняет меня. Потом Март тоже меня прогоняет. Потом Бодю встречаю, и он тоже какой-то злой. Вообще на меня башню эту обрушил. А что ты спрашивал-то у них? Так, ну ты же знаешь, какой завтра день, да? А, у нас будет свадьба, так мы еще ребятам не рассказали. Что? Какая? Ну, свадьба. Свадьба с Боди? Ну да. Даже не с Гречиным? Ну, да. А как так получилось? Просто, понимаешь, Гречин сказал, что Март лучше. Ладно, давай не будем о грустном. Так это, а чё так мне ты хочешь? Приглашение вот, набери. Да. А, то есть, это все, что ты знаешь о завтра, да? Ну, вроде завтра еще понедельник, да? А, и получается, что ты даже не мне... Готовишь этот торт? Не смотри, Фиксай! Это на свадьбе. Ладно, не рассказывай. Прости, хорошо, я никому не расскажу. Хорошего вечера. Пока. Не грусти. Да, я не буду. Давай. Удачи вам. Я понимаю, что ты грустишь, потому что я женюсь на Боди, а не на Гречине. Да мне вообще пофиг на вашу свадьбу! Так, торт на месте. Ого, на месте. Смотрите. Почти все готово. Гречин, мой лучший друг, так, вот он точно не забыл. Так, смотрите, надо проверить. И торт и приготовил мне. Какой молодец. Гречин, привет! Ой, Фиксай, привет. Ты что тут делаешь? Прости, пожалуйста, что я увидел подарок такой. Столько тортов погоди, мне испек. Какой подарок? Ты, главное, их не трогай, мне все это нужно. У меня завтра такое событие! Ну да, завтра что... Событие, то самое! Да, я завтра провожу самый гениальный свой эксперимент. Я был в одной пещере, я тебе, наверное, еще не рассказывал. И нашел там рецепт зелья, всех зелий, только прочитай. Так, так. Я все подготовил. Древние рукописи древних алхимиков. Хранить подальше от детей. Самое мощное зелье в мире, или же зелье всех зелий. Ингредиенты. Туалетная вода, торт, грязные носки, торт, гнилая плоть, торт, лук-батун, торт. То есть это получается, что эти торты не мне? Приготовление. Рецепт крайне прост. Нужно съесть торт и замешать все, что осталось в сковороду, а после пожарить на сильном огне. Можно использовать сливочное масло. Так, Фиксай, я надеюсь, ты торты мои не трогал? Они мне нужны все, абсолютно все. Кстати, у тебя носков грязных случаев нету? У меня нету грязных носков. Ты что плачешь-то? Ты не плачь, завтра ты увидишь нечто невероятное. Приходи посмотреть, вон на ту гору. Ладно, хорошо. Ладно, давай, всего хорошего. Удачи, пока. Я всегда знал, что Шуни Боня лучше, чем ты, понял? Ты, что ты сказал? Иди сюда, я сейчас тебе по тортом по голове-то настучу. Эх, и домой возвращаться опять через Добита. Вон чуть-чуть. И смотри, получается, после добычи это будет очень прикольно. Самое главное, просто не говорить Фиксаю. Для него это будет просто, ну, не знаю, огромным сюрпризом. Завтра же такой важный день. Я, видишь, специально оградил, он ко мне еще приходил. Я ему говорю, типа, уйди все в этом духе. Кстати, да, насчет завтра. Ты же придешь ко мне на свадьбу? Конечно, обязательно, только Фиксай пока что об этом не говорит. Пускай будет сюрпризом. Знаешь, я ему сам выдам приглашение на свадьбу. Ведь завтра будет свадьба, это очень важный день для тебя. Я тебя расстрою. Я ему уже сказал, когда приварил башней. Ну тогда, ладно. Эх, ну, сюрприз устрою. Ладно, ну, побежу к Гречину, ему надо еще дать приглашение. Давай, пока, удачи. Ладно, давай, пока. То есть, получается, добить. Фиксай, что такое? Ты и не вспомнил, да? День рождения? Нет, я помню про день рождения, а что? Понятно, пока. Стой, Фиксай. Стоп, день рождения? В смысле, ты помнишь про день рождения? Ты сказал день рождения?
А? Ты тоже сказал, день рождения помнишь? Свадьбу помню. Не-не, ты тоже сказал, что ты помнишь про день рождения. А? Мой день рождения. А, мой день рождения, ну, 3 июня. Ну, это еще... Ну, оно уже прошло. А ну иди сюда, Бодя, мне тут сказали, что Шуня тебе подходит больше, чем мне. А ну иди сюда, я тебе сейчас такую, такую тряпку устрою. На иди тебе, сюда, засранец вонючий, ты думал ко мне лезть? Да я тебя сам сейчас как ударю по башке логой, лопатой, вообще всем что угодно, иди сюда. Ой, пойду я лучше домой. Надо что-то придумать, чтобы они вспомнили про мой день рождения точно, 100% прям. А, нет! Да вы издеваетесь! Случайно фиксай зарядил, неважно. Да бей! Они еще и троллят меня! Что за ужас? Это просто издевательство какое! Так, ладно, в принципе, я могу промолчать и обидеться на них и все остальное, но сделаем проще. Я просто сейчас сделаю всем приглашение и раскидаю по их домам. 100% да. Может быть, я сам что-то перепутал, я не знаю, нужно посмотреть. Так, где мои заметки? Вот заметки, день рождения. 12 сентября, да, вот, все верно, все должны знать. Так, сейчас я напишу. О, нет, листы все закончились, все исписаны. Ах, так и знал, не надо было писать столько поэм. А где ж мне найти тогда листочки? Ну, в принципе, тоже сойдет. Ну все, думаю, этого будет достаточно. Приглашаю на свой день рождения. Сейчас-то точно никто ничего не должен забыть. Пора все это раскидать им. Так-с. Тихо. Положим вот так. Все, а теперь... Опа. Отлично. Ядрен батон, опять кто-то намусорил. Так, ты ж ё-моё, как можно приручить этих болванов не мусорить под моим домом? Тьфу ты. Серьезно? Так, ладно. А, куда бы мне добиту положить? Я даже не знаю. Сюда. Сюда, что ли, положить? Ладно, хорошо. Все, приглашение здесь. Проверка испытаний и... Нет! А, фиксай! Отойди, я проверяю мощность. Пошу раз, не уничтожил. Точка кипения! О, Март, вижу ты это! Стекло доделываешь? А? Да, вот делаю. А круто! Что? А я вот тебе хотел это, записку очень важную дать, вот. Ну, давай. Сгодится как тряпка. Какая тряпка? Нет! Найс. Спасибо Март! Огромное. Да ты издеваетесь, вы что ли все? Так вот они двое, вот у них 100%, они все поймут. Ребят, привет. Привет. Пожалуйста, прочитайте эту записку. А ну-ка. Отдай, это моя записка. Отдай. Моя. Ребят, вы сейчас порвете, аккуратно. Моя. Вы что наделали? Вы зачем записку порвали? Нам пора. И вы просто уйдете? Ну почему все забыли про меня? Эх, ребят, какой же сегодня чудесный день. Ну, не считая того, что у кое-кого завтра свадьба. Ага. Да. Кстати, ребят, а к вам не подходил сегодня фиксать какими-то странными вопросами? Что, ну, там, типа, что-то забыли, что-то там... Да, я, если честно, вообще не понял, что-то сказал, типа, что-то завтра, не помните, я думаю, и так всем понятно, что свадьба завтра. Да? Да. Завтра 1 сентября. Он ко мне пришел, сказал, что все какие-то злые. Я его попыталась успокоить, он еще больше плакать начал. Вообще не понимаю его, он какой-то странный. Да, согласен. Завтра же день подглядывания, вы что? Я за Шуни хочу подглядывать. Что? 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 Поди, иди разберись, что? Ты же мужик. Ты что, офигел? Март, это вообще-то моя идея. Извините перед Шуней, пошел извините перед Шуней. Вы серьезно? Так, все, тихо, короче, так, если вы завтра забываете и не делаете этого, то я обижаюсь навсегда, понятно? Уже вечереет, почти день закончился. Буквально через пару часов это начнется. Если вы это не вспомните, я обижусь, я пошел домой, пока. Может быть, вот, прочитайте записку и поймете. И не сожжете ее, и не разорвете ее, и еще что-то будет. Понятно? Пока! Что-то он странный какой-то сегодня, ребят. Бодь, что там написано вообще? А я ее утопил. А, ну и шут с ней. День танкиста. Так, буквально уже через 15 минут будет мой день рождения. Так, давай. Сейчас, наверное, фейерверки полетят. Они ж меня разыгрывали просто все это время. Разыгрывали, конечно. Так, еще 3 минутки, 2 минутки, 1 минутка, 0! Где фейерверки? Я понял, они, наверное, они под дверью, наверное, мои уже стоят, готовятся меня поздравить. Да, 100%, я так и думал. Так, и... Никого нету. Никого. Ладно, я все понял. Скорее всего, мне нужно лечь спать, я проснусь, и они меня поздравят. 100%. Эх, тяжело, конечно, будет заснуть, но я... постараюсь. Невеста. Фиксай, давай вставай, давай, быстро вставай, хей, подъем. Господи, что случилось? Что? Да, с днем рождения меня, да. Да, коль невеста у нас здесь, объявляем вас мужем и женой. Стоп, что? Молодожены, можете поцеловаться. Что?
Горько, горько. Господи, что это? Фиксайте. Что? С днем рождения. В смысле? С днем рождения. В смысле с днем рождения? Вы не забыли? Как могли об этом забыть? Это все был сон? С днем рождения. Какой сон? А что за сон? Господи, мне приснил. Да, неважно, Бодя. На подарок. Спасибо большое, ребят, мне очень приятно. Это худший мой день рождения. Почему худший-то? Да нет, ребята, ему что-то не понравилось, кажется. Да нет, уже лучше, все хорошо, все уже хорошо. Точно? Да, все в порядке, пойдемте отвечать. Я как раз бегом на дело приготовил. Ребята, так много зелий, вы не поверите. Спасибо большое, что вы не забыли, я так переживал, что вы забыли. Гречина, ты это, зелье-то свое приготовил? Погоди, ты о чем вообще? Ну, то самое супер зелье из тортов. Я не понимаю, Фиксай, ты, видимо, еще не проснувшийся. Не совсем все соображаешь, давай лучше торт хавать. Стоп. А ваша свадьба, Бодя и Шуня? Что? Какая свадьба? Бодя и Шуня. А твой камень лавовый твой? Какой камень? Лавовый камень? Ты про мое оружие, вот это которое... Нет!